буквально 2 часа остается до выхода нашей группы в горы. В горы сейчас мы недавно получили необходимое специальное оборудование. Теперь я знаю, как пользоваться, и все мы знаем, как пользоваться ледорубом. Мы получили нижнюю обвязку и всевозможные еще штуки. Сейчас ждем палатки, спальники и так далее, потому что у нас ночевка первая в горах. Мы несем с собой флаг московском комсомольце. Мы несем туда капсулу времени с обращением к будущим поколениям, к будущим. Успеха нам, удачи, мы справимся. Все, пошли дальше, мои хорошие. Нам осталось еще немножко. Мы пройдем еще минут 20, отдохнем перед взлетом. Взлетом мы на месте. То есть где-то по сути нам, если бодренько пойдем, минут 40 остается. Оп. Потерпим немножко. Чебрец. Очень вкусно. Светик, давай вперед. Вам чай. У нас позади еще один участок пути. Вы знаете, раньше только я под ногами видела только камни, реку. Теперь, наконец, я увидела, что шиповник растет. Дальше мы собрали чай. Вот это вот лапчатка, а это чебрец. Вот, ну, конечно, переход был нелегкий. Голова у меня мокрая, вот платок у меня хоть пожимай был на голове. Все? Да. Все, ребятки, доводите до ума дальше. Мы находимся на мистийских ночевках. Мы на какой высоте? Ну, мы набрали где-то метров 400 от альплагеря Улутау. Значит, где-то мы на 2800 спустились. Мы успели поставить палатки. Дождь нас поймал, когда мы только установили. Мы уже покушали. Завтра утром мы в 4 утра выходим. Поэтому сейчас мы ложимся спать. В 3 часа мы встаем. В 4 выход. И я уверен, что мы... Ну, как уверен, надеюсь, что мы покорим пик московский комсомолец. Совершенно. Видимо, вот эти палки, да? Ребята, это пипец, это самое мягкое, что я могу сказать. Ничего, я... Еще 400 метров. 25. Вот туда вот. Важно. Да? Каждый метр важен. Вот ничего, это вот Эльбрус. Ну что, мы хоть и не полным составом, но дошли до пика московский комсомолец. Это было очень сложно. Несколько раз лично я думала, что не дойду. Да, наши инструктора нам не дали этого сделать. Поэтому мы это сделали. Мы пришли, мы здесь. Вот. В честь столетия московского комсомольца мы закладываем капсулу. Аня. Вот она у меня в руке. И сейчас мы находимся на самой вершине, 3925 метров. Мы уже поднимались со слезами на глазах, но, во всяком случае, я точно. Поэтому мы молодцы. Поздравляем московский комсомолец с юбилеем. Телефон. Нет, ну телефон сколько? Да. Вот это вот вид с пика московский комсомолец. Вот такая красота открывается. Мы хотим вручить удостоверение «Альпинист России» 3 человекам, представителям газеты «Московский комсомолец»,
которые сходили на вершину «Московский комсомолец» первой Б-категории сложности по западному гребню. Мы рады, что ваше блиц-пребывание закончилось благополучно. Стойте, что ваша цель свершилась. Желаем вам дальнейших успехов не только в горах, но и по жизни, чтобы все, что вы задумывали, сбывалось.